Все отлично, все работает. Просто у меня не выдерживает пауэрбанк, больше чем 2,5 ампера не дает. Поэтому вырубается, включается защита. Ну, я думаю, что при хорошем пауэрбанке или от блока питания он 3 ампера выдержит. Вот сейчас вот 2 ампера, вентилятор включен. Ну, температура градусов 55 где-то, ну такой, горячая, скажем так. Но терпимо, держится. Ну, плюс еще на материале лежит, может быть, поэтому. В принципе, работает все хорошо. Доставочка быстрая, это получается 3, где-то 3,5 недели, ну приблизительно, так что, в принципе, все нормально. Вот смотрите, 0,3 ампера он отключился, остывает очень хорошо, практически быстро. Так что как раз то, что я хотел. Потому что этот очень сильно греется. Его реально надо на что-то ложить. Пожаробезопасно, если ты оставляешь на ночь. Этот включил. Ну и нагрузочку можно по максимуму дать, если надо. Ну хотя 3 ампера нагрузки для меня это многовато. О, дернулся. Ну тут пол ампера, вот видите. Включился, выключился, включился, выключился. Видите, в принципе, нормально. Сейчас дам чуть побольше, пускай пауэрбанк разряжает, потому что тут осталась уже ерунда. 1 ампер, 5,05. Вот, видите, включился, выключился, включился, выключился. В принципе, нормально. Претензий вроде к качеству нету. Ну все, ребята, спасибо вам за внимание, за ваше потраченное время. До свидания.